Когда точно основан Орешное, пожалуй, никто не скажет. Первое упоминание о нем относится к 1893 году, хотя в районных архивах дата основания другая – 1903. Кстати, вкусное название Орешное у поселка появилось не случайно. Название его произошло от кедрового ореха, так как здесь местность была полна кедровым орехом. Люди здесь проживали разных национальностей. В основном освоение поселка нашего получилось из-за высланных сюда людей в годы Великой Отечественной войны разных национальностей. Это и литовцы, это и немцы, это и греки, эстонцы, украинцы, белорусы. Потом уже в годы войны были отправлены сюда и калмыки, репрессированные. Поселок занимался сплавом леса, заготовкой леса, сплавом его по мане. Была построена узкоколейка, по которой отправляли весь лес вагонами к мане, и там уже сплавляли ближе туда, к Красноярску. Музей в Орешном – настоящая сокровищница исторических артефактов. Открыли его к 115-летию поселка в 2008 году силами местных жителей. Тогда, пожалуй, каждый из сельчан заглянул в бабушкин сундук и принес в музей какой-нибудь предмет семейной гордости. Но есть и уникальные подаренные экспонаты. Это присланные уже сейчас из Литвы одежда, в то время, когда они работали здесь у нас в Орешном на лесозаготовках.